День добрый, шановные сябры! От имени Белорусского этнокультурного центра «Кавеласка» я поздравляю всех казахстанцев с Днем Единства народа Казахстана. Единство, мир и согласие – это главные ценности нашего народа. Это главное достояние, которым мы гордимся. В условиях сложившейся ситуации, связанной с чрезвычайным положением на территории нашей страны, важно объединиться и придерживаться главной идеи «Biz Bergemis» – «Мы вместе». Всем здоровья, терпения, надежд! «Biz Bergemis»!